родителям привет! Я на Натя. Вы на канале Яна Кляйн. Я на Пипитетя, Пипитетя. И кто не подписан, подписывайтесь. Что у нас сегодня? Киндер-сюрпризы! Сегодня у нас новая серия, на которых киндеры нарисованы в разных профессиях. Вот это у нас космонавт, полицейский, пожарный. Космонавт, полицейский, пожарный. 6 киндер-сюрпризов каких-то новых. Сейчас мы их откроем? Да. Давай. Я попала мягкий и ётик и юками. Ничего себе. Так, давай мусор сюда. Да, это белый тюнинг. Да, и они сразу, наверное, идут все коллекционные в оранжевой капсуле. Посмотрим, что там будет внутри. Пони. Итак, кто там? Там и пони. Там не пони, там вот эти фигурки киндер. Давай покажем. Ой. Виу. Кто это такой? Это полицейский у нас попался. И у него жезл. Топ. Вот сюда в руку топ, можно вставить. Топ. Вот его одеть. Топ. Можно вот так на руку. И это получается жезл. У нас попался полицейский. Что там в брошюрке? Нет. Топ. Да, топ. Красный свет, дороги нет, проезда нет. Желтый будь готов к пути, а зеленый свет кати. Вот. Зеленый можно ехать. Можно а ехать. Нет. Нельзя, да. У нас полицейский, фигурка самого киндера. А здесь могут попасться художник, полицейский, садовник, нет, повар. Нет, наклейка! Точно, мы пропустили самое главное. Там можно зеленую наклеить, можно с другой стороны красную. Вот, у нас готов полицейский. Стоп, стоп, все восстановиться. Красный свет. Давай открываем. Что следующее открываем? Я тут. С полицейским? Да. А внутри нам попадется космонавт, небось. Так, и кто здесь может попасться? Вот мы закончили на поваре, космонавт, еще какой-то садовник, пожарный и доктор. Киндер-доктор. А тут я не доктор. Киндера-доктора ты хочешь? Да. Итак, попался ли тебе доктор? Тебе попался пожарный, вот он с бранцбойтом. С пожарным гидрантом. Покажи нашего пожарного. Вот он такой классный в каске. А наклеечки есть какие-то? Нету. Нету? Это серия без наклеечек? Это кей. Вот, он прямо даже стоит с гидрантом. Вот такой у нас пожарный. И полицейские. Поехали, смотрим дальше. Вот такой пожарный у нас смешной. Давай третий сюрприз откроем. Кто у нас там остался? Вот пожарный. И там должен попасться 100%. Космонавт. Доктор. Ой, а здесь какая-то желтая капсула, не оранжевая, не коллекционная. У нас когда-то были фигурки киндер. У нас попала. Была серия со спортсменами. Я попала. Какая-то классическая игрушка попалась. Какой-то паучок. Сейчас мы посмотрим, как его собрать. Ага, это кольцо с каким-то пауком. Он вот сюда вот складывается. Можно одеть на палец кольцо. Зарядить паука. И вот так он вылетает. Вот такое кольцо, Ян, смотри. Сейчас вылетит паучок. Не надо. Не надо. Поехали, открываем четвертый киндер-сюрприз. Посмотрим, что там будет внутри. Здесь еще наклеечка на паучка нашего. На наше кольцо с паучком. Там есть... Да, но там желтый, не коллекционный. Давай посмотрим, какой сюрприз там будет. Там пицца. Я ела. Да, перекусили немножко киндерами.
Что там? Мимо. Мимо не попали? Или что? Что-то не то? Что это? Мимо. Мимо. У нас лев. Какой-то царь зверей. А есть? Из коллекции Natoons. Да, у нас когда-то был. Мишка вот такой. Помнишь, у нас Мишка был? И он кушает косточки. Она и есть тетики. Она есть кость. Она есть кость. Кость кушает, да? Вот такой у нас ребенок. Ну, не расстраивайся. Можешь полить его из пожарного шланга, он тогда будет веселый. Да? Там огонь, там огонь. Да, он же оранжевый, как огонь, там его огонь, надо потушить. Там огонь, на-нам, там огонь, на-нам. Не расстраивайся, тигрик. Я думал, там огонь. Я думал, там огонь. Нам еще надо вот то, что ты говоришь, переводить параллельно на английский, да? Чтобы наши зрители англоязычные понимали, о чем ты говоришь, да? Да. Да. Скажи хай. Хай. Открываем наш пятый киндер. Я иду, папа. Я хочу, котика. Я хочу я не знаю эту. Эту? Ну давай, открывай, может попадется. Крокодильчик. Крокодильчик, она такого зеленого явно хочет. Но нам попалась фигурка коллекционная в оранжевой капсуле. Итак, кто там? Что это? Шляпа какая-то. Кто это? Это повар! Вот у него поварской колпак. А это не шляпа, это у него какое-то барбекю, что ли? Или кастрюля с крышкой с четырьмя ручками. А, это поднос, наверное. Вот, сейчас мы разберемся, как его ставить. Вот, здесь специальное отверстие. Да, это поднос. И у нас повар. Киндер-сюрприз, повар. Вот такой красивенький. Он принесет сейчас нам-нам, нашему льву и остальным киндерятам. Дай, огонь, огонь. No. Яна, давай открывай, у нас последний киндер остался. Может быть, попадется доктор, как ты хотела. Или крокодильчик. Дядя Дильчик. Зубами вот так может крокодильчик цапнуть? Да. Нет, коллекционный какой-то попался. Я люблю коллекционные. Ты любишь коллекционные киндеры? Нет? Ну давай открываем, посмотрим. Может там попадется такой, который ты полюбишь. Итак, кто там? Кто это? Мимо. Мимо. У нас снова полицейский. Мимо. Полицейский нам попался. Снова у нас теперь два полицейских. И домакинки. Держи. И ты держи. И колечко у нас. И львенок с косточкой. И повар. И пожарный с гидрантом. Я не тут. И с бронзбойком. Ой, все отваливается. Да что ж такое, чего они все падают? Ну, вот такие у нас сегодня киндеры были. Ян. Тебе понравились сюрпризы сегодняшние? Да. Классные киндеры. Ребята, если вы любите киндеры, ставьте лайки. Подписывайтесь нам на канал. У нас всегда очень много киндеров. До новой встречи. Всем пока. Пока.